Всем привет, друзья и гости моего канала! Сегодня готовлю вкусные, сочные рулетики из свинины с начинкой. В качестве начинки у меня сегодня будет вот такой вот свиной почеревочек. Если у вас его нет, можно заменить просто на обычное сало, тоже получается очень вкусно. Первым делом нам нужно отбить мясо. Делаем мы это с двух сторон, переворачиваем, с другой стороны то же самое. Вот так вот, примерно вот такая толщина должна получиться. Перекладываю на тарелочку и продолжаю отбивать. Теперь мясо нужно посолить, поперчить. Добавим красной молотой сладкой паприки немножко. Сверху выкладываю остальное мясо и проделываю то же самое. Соль, перец, красная паприка. Пока наше мясо маринуется, подготовим начинку. Нарежем почеревок или сало вот на такие более мелкие кусочки. Вот так вот должно получиться. Отправляем нарезанное сало в миску. Добавляем к салу чеснок. Можете пропустить через пресс для чеснока. Я натираю просто на терочке. Добавьте к салу любую зелень. У меня это замороженный укроп. Можете добавить петрушку. Добавлю буквально 1 столовую ложку майонеза. Можно заменить на сметану. 1 щепотку соли. И немного черного перца. Тщательно перемешаем. Наша начинка готова. Теперь начинаем формировать наши рулетики. Берем кусочек мяса. В серединку выкладываю сало. Заворачиваем, закручиваем в аккуратный рулетик. Можно их делать любого размера, можно гораздо меньше сделать. Ну, мне нравится вот такой вот именно размер. Немножко вот так вот здесь можно трамбовать, чтобы ничего у нас не выскакивало. Вот. Насчет того, чтобы наши рулетики не раскрутились, но в принципе, смотрите, если мы будем дальше обжаривать на сковороде, если на сковородку положить швом вниз, то в принципе ничего страшного не будет. Но на всякий случай можно вот здесь вот использовать зубочистку. Вот, берем обычную зубочистку и вот таким вот образом мы скрепляем. Сюда продели, здесь, вот, вот здесь вот зубочистка у нас выйдет. Вот, все, и он уже не раскроется, никуда не денется, а потом после жарки мы просто их достанем отсюда, и все будет отлично. Все, формирую все рулетики вот таким вот образом. Друзья, вот такие вот рулетики аккуратненькие у меня получились. В каждом зубочистка. В принципе, здесь начинку можно сделать любую. Не только сало, грибочки можно, сыр, помидоры, все что угодно. То есть начинками вы можете уже сами придумывать свои варианты. Теперь нам наши рулетики нужно обжарить. На разогретую сковородочку я наливаю растительное масло. И выкладываю рулетики. И кладите обязательно швом вниз, где у нас зубочистка. И таким образом обжариваю со всех сторон до золотистой красивой корочки. А на гарнир я сегодня буду подавать картофельное пюре. Ставлю картошку отвариваться.
друзья, мы обжарили со всех сторон рулетики наши ароматные. Добавляю сюда, убавляю огонь на минимальный. Добавляю водички для того, чтобы чуть-чуть их пропарить, протушить. Вот так вот воды будет достаточно. Накрываю крышкой и тушу на медленном огне в течение 20 минут. Вот рулетики в итоге получаются. Давайте посмотрим, как они выглядят внутри. Друзья, это очень вкусно. Просто можно съесть вместе с руками. Обязательно, друзья, попробуйте приготовить по этому рецепту. Вам 100% понравится, вам и вашей семье. А также такое блюдо можно запросто приготовить и на праздничный стол. То есть подать не стыдно, и это действительно очень вкусно. До новых встреч, всем приятного аппетита, пока-пока.